54 миллиарда рублей федеральных дотаций получил Башкортостан за первое полугодие 2020 года. Это самая большая сумма поддержки региона со стороны центра в Приволжском федеральном округе. Такие цифры озвучены Центром развития региональной политики. Республика лидирует и по освоению трансфертов из центра. В остальных же категориях первенство у Татарстана. В соседнем регионе самая высокая собираемость налогов – почти 52 миллиарда за первый квартал текущего года. Второе место за Самарской областью – 49 миллиардов. У Башкортостана четвертое место и почти 40 миллиардов рублей. При этом у 9 регионов ПФО из 14 зафиксировано падение по этому показателю. В первую очередь это связано с текущим коронакризисом, спровоцировавшим спад торговли, производства и снижение занятости. В Татарстане и самый большой объем привлеченных инвестиций в основной капитал – 91 миллиард рублей за первый квартал текущего года. Падение около 9%. В Башкортостане сумма почти в два раза меньше – 51 миллиард, но при этом зафиксирован рост в 18%. Аналитики Центра развития региональной политики эти цифры обуславливают активной работой представителей региона на федеральном лоббистском поле, а также устоявшимися связями региональной администрации в Кремле.